Хей, гайз, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру под названием «Властелин колец» и «Война на севере». Короче, чё я понял? Что не сохранилось до того момента, как я до сюда вот дошел в прошлой серии. А я научился передавать вещи своим, так сказать, одногруппцам, да. То есть это сюда передать предмет, и тут можно и выбросить предмет. Я все передал, потому что у меня уже почти места не было. У нас, если еще сейчас идет 19 глава 1, часть 19, ну, именно, если верить. Похоже, Агандар там внутри. Тогда и нам нужно внутрь. Путь преграждает мощные чары. Ты можешь разрушить их? Попробую. Мне нужно сосредоточиться. Потребуется время. Начинай как можно скорее. Мы тебя прикроем. Не, это не тот момент, когда кроме угрюл, где нужно защищать. Нужно защитить сыновей. Ой, а у меня маны нету. Да. Да. А, не, все-таки подают, даже когда не пишут. Так, ладно, на всякий случай, я думаю. О! Манать мои беспомощные, алло, вы чё, гоните? О, да. Хотя я могу вызвать тебе помощника. Ага, они отступают. Просто понимаете, тот момент был, когда два гиганта нападали на какую-то хер, нужно было врата защитить или что-то типа того. Готово. Я справился с заклинаниями. Идем быстрее, двери открыты. Карта немного не прохожусь. Друзья, здесь мы нам не надо расстояться. Я не смогу последовать за вами внутрь. Что же, Белар, теперь ты улетаешь? Нет, госпожа, с моей стороны были бы бесконечно покидывать друзей в миг опасности, и я буду ждать вашего возвращения, а кроме того, позаботьтесь, чтобы все стороны города до вас никто не добрался. Нам стоит поторопиться, эльфы нас обгонят. Да, предупредит с вами удача. Прибудет с вами удача. Окей, сейчас мы быстренько с вами прокачаемся.
Но... На. Все в урон. Да, сохранить. А вот здесь я вот не знаю. Каждый смертельный удар наносит противнику временное увеличение силы. В смысле? Ну блин, ну временно увеличить. Типа смертельная атака имеется в виду сильная, когда мы добиваем. Мне кажется, здесь нужно начинать качать что иное. Блин, фиг знает. Ладно, давайте, наверное, да, вот этот буду. Пассивку качать. Будем вкачивать пассивку. А что мне по предметам дали? Очередной молот. О, мне дали украшение, нихера себе. Короче, и да, я узнал, где находятся остальные тайники. Оказывается, нужно выбирать других персонажей и с помощью них заходить в эти же локации и уничтожать сундуки. Ну, типа, где секретки спрятаны. Ну, это такой бред, поэтому я... В основном я вижу, что игроки проходят вместе эту игру. Мы достигли, так, по-моему, и мы их очень плохо отвлекаем. Осторожней, мы не знаем, чего ожидать. В натуре. Так, давайте в бровар перейдем. Мне нужно починить шмотки. А именно наш меч, вот этот новенький. Я хочу один баг проверить. Я не знаю, насколько он выйдет. Баг заключен в монетках. Ну, это, конечно, будет до того, как мы с вами все починим сейчас. Это херня с торговцем происходит. Давай чини. Не знаю, на самом деле. Лук вообще почти не ломается, считай. Да-да, покажи, что у тебя есть. Давайте сразу пока продам вещи, чтобы мне место освободилось. Вот так, блин. Хотя мне денег и так много. Я хочу просто проверить, подождите. Давай, что у тебя есть такого дешевого? Что такое? Эликсир здоровья. Можно жетон сброса навыков. Нихера себе. А, мне так не выходит. Не выходит, ребята. Давайте еще раз. Не работает, ладно. Скорее всего, это для других версий игры. Ну что, я не вижу смысла от этих оружий, хотя... Паука, морка. Это одноручный, понимаете, а мы с вами двуручный. Чилик. Ой, ладно, плевать. Все равно я это не нашел. Зачем он... Хотя я могу своим передать, точно. Хотя похуй. О,
Я это мог уже носить. Ну, давайте, ладно, я тогда это передам своим. Так, и... А нужно еще мусор попродавать. Передать фарину. Передать фарину, потому что на ближнюю атаку у нас тоже. Ну и в принципе. Мне нужно допродать еще этим. Продать вот этот мусор. Подожди, а что там еще есть? Вещи какие-то? Поговорить. Welcome. Исследовать. Вам нравятся следопыты? Вы хоть... Ладно. До свидания. В принципе, все, что мне нужно было, я приобрел. Да? Да. Поэтому мы с вами отправляемся. Единственный минус, типа, карта, вот, да? Мы с вами только в форносте, то есть. А здесь сколько? Я почему-то смотрю... Ключевые объекты, понимаете? Это все ключевые объекты. Цель задания. Курсор. Доступная область. Я вот этого единственное не понимаю, типа. Я посмотрел прохождение игры. На самом деле игра не такая уж длинная. Но почему мы только в одном месте все делаем? А если вот так сделаю? Нет. Нихера. Так не работает. We've reached the Citadel. I'd say we've been a pretty good distraction. Tread carefully. We have no idea what to expect. Так, ладно, если на то пошло, мы тогда с вами сейчас немножечко... Не понял. Почему ты перелетела? Какого черта? Мне нужно, чтобы все было в этом углу. Оставайтесь с нами. Подожди, у меня мышка в чем-то грязненькая стала. Ладно, побежали. Так, не в ту сторону. Не, ну мне нравится этот секач. Сюда. Звук немножко себе прибавлю. Тарзар, что там происходит? Чужаки, сколько их? Мало, но они сумели сводить орков. Дурачок, теперь они точно знают, что мы здесь. Это все, чтобы вы способны, жалкое отробье. Должен быть, что они могучие воины. Наверняка проклятые эльфы или те грязные тарки. Мне плевать. Приказываю найти и убить. Позвать стража. Не дать ему уйти. Окей. Зови стражу живо! Теперь мы знаем, кого мы в этой серии убьем, если успеем. Давай, пошли, ну. Убить чужаков! Еееее! Держись, мы идем на помощь! Нет, нельзя давать Ангусу время на побег. Вперед, мы займемся его стражей. Охуенно, Огор или Орк подул в ухо.
Тарзар. Ни хера он. Вау. Хорош. Не, тихо. Здесь нужно уйти. Ау. Тихо, тихо, тихо. У-у-у. Короче, я понял, как это работает. Но он, понимаете, своих тоже пинает. И он часто этот крик использует. Ха-ха, лох. Ха-ха. Ой, тихо. От этого лучше сбежать. О, тихо, это плохо. Успей, успей, успей. Ах, ты же зараза. Я первый ударил. И заодно прикончим кого-то. Готово. Скорее, надо поспешить за Эльдаму и Харан. Быть может, мне нужна их не помощь. Или им нужна наша помощь. Мне нужна твоя помощь. Хил. Хил. Я понял тебя, спасибо. Thanks. Да, монопоушенов здесь много дают. Ну, я играю на самом деле на среднем уровне сложности, вы же не забывайте об этом. Это с одной стороны. Почему ты перешел? Зачем? Монотин огромный. На вашем месте я бы бежал из средней земли вместе с вашим трусливым народцем, пока есть возможность. Мы не отступим, тем более перед тобой, прихвостень Саурона. Глупцы, я правая рука Саурона, я еще увижу, как горит ваш любезный Ривендрел, а вашему папаше полукровку проволокну ко мне в цепях. Ты больше никого не причинишь зла. Ты, моя работа только начинается. Вы что, решили, что вам двоим под силу меня остановить? Они здесь не одни. Не жди своих стражей. Они не придут. Форнос ничего не значит. Вы ничего не добились. Ничего. Он сейчас бежит. Теперь нам его не догнать. А я догоню. Ну, почти удалось. Это необычная буря. Сауроновы чары. Он исчез. Вообще там должно быть, я его не вижу. Там было сказано. А не, он исчез. Наши усилия напрасны, нам его не догнать. Да, но не стоит себе внимать. С нашей стороны было настоящее подвигом выйти. Воистину так. Хотя, возможно, это не самое мудрое решение. И что теперь?
Какая досада, что он ушел живым. Подумать страшно, сколько еще зла он сможет сотворить. И что же нам теперь делать? Куда идти? Будь я свободен в решениях, я бы отправился свои искать Агандара, но долг призывает меня вернуться и прислать вести владыки Гвайхера. Удачи. Твой долг перед сородичами прежде всего. Доброго пути, Беларан. Доброго пути, где бы они ни пролегал. Да будет благополучный твой путь до родного села. Благодарю за вас. Заполните за меня слово Эльдарану и прощайте. Окей. Сдался мне наш долг сообщить домой о том, что мы здесь узнали. Тогда нам надо вернуться в лагерь следопытов у Брода Стангриф. Халбрат ждет. Так, да. И Широта по-прежнему в опасности. Мы можем понадобиться там. Если окажется, что Халбрат не нуждается в нашей помощи, прошу вас справиться в Инмладж. У нас достаточно примечаний на силе, находчивости. Хорошо. Будем иметь в виду. А пока прощайте. Ей, мы куда-то идем. Ей. Перейти, да. Да. Властелин колец. Глава 1, часть 25. А чё он вообще вышел? Подождите, я чуть не понял. Вы можете изменить внешность своего персонажа, используя зеркало в городах. Сыновья Эльдарна и отряда странников появились мне. Как в доблести вы сражались в Фортносте. Ваша отвага с сноровка могут служить примером для всех нас. Что здесь было? Я думаю, что нам удалось хотя бы отчаянно содержать Ангарда. А у вас что нового было с тех пор, как мы отправились в Аргарда? Все было тихо. Правда, вскоре после того, как мы расстались в Зараче, поднялись тревога. Но, похоже, все закончилось ничем. Мы готовы помочь. Я готов выполнить любые твои приказы, Андреэль. Так, вызвать помощь. Чем бы можем быть полезны? По правде говоря, я был бы рад лишенным бойцом. Но, очевидно, вас Тварей ждет более высокая судьба. Возможно, вы срочно нужны где-то еще. Ну и чем нам заняться? Советую вам отправиться в Риверндайл. Арагон непременно захочет узнать новости об Ангарде, и, возможно, у него для вас найдется новые поручения. А к Ширу враги могут пока утратить интерес. Сыновья Эннерон предлагают примерно то же самое. Хорошо, мы отправимся в Ривенда, если ты считаешь нужным. Быть может, по пути вы сможете сделать кое-что и для меня. С радостью, вы только скажите. Я отправил двух своих следователей, Кирала и Луина, на разведку вдоль Бренвиша. Им давно уже не пора вернуться, я тревожусь за них. Они бы заключенные следопыты и немало лет прослужили в этих краях. Они не могли просто заблудиться. А с какой стороны они должны были вернуться? Они должны были пойти в Брендор до Большого Восточного Тракта, а оттуда вернуться назад через Могильники. Могильники прямо на севере отсюда. А значит, пойдем на север через Могильники. Быть может, по пути мы обнаружим их следы? Спасибо вам большое. Я знаю, Эрдон, ты всяко искусствен в течении следов. Если только Луины и Келорен добавили до холмов, ты непременно различишь их следы. Прощайте, благополучия вам всех, короче, тех же благ. Окей, это типа обычный город? Я правильно понимаю? Я вообще этой локации не помню. Я помню могильники, да, в могилах я был. Хотя, может быть, что-то помню. Вы столько снова возжаете, да? Что, среди моих опасов есть кое-что, что может приходиться вам в пути. Несколько лишних стрел в колчане вам не помешает. И целебные снадобья. А сила на то, как могут казаться очень... Кстати, вот, взгляните, покажу, что у вас есть. Давайте сначала сразу продам. Ну да, снова. Я могу сейчас же свои же вещи продать. Нечаянно, которые у меня уже одеты, да? Ну, подожди, продать.
А, ну это камешки. Что у тебя есть? О, нифига тут посох. Ну это для воителя. Это не для меня. И посохи классные для бабы. А для меня? Щит хороший. Ну вот это, допустим, меч неплохой тоже. Если так смотреть. Могущество. Ну это чисто на ману. Ладно, хотя уж тушь-то есть. А, хватит. Хардер. Эрон, друг мой, я рад видеть, что вы здоровы. Но, знаете, я не верю, что вы встретились снова. Но с другой стороны, того, как черный всадник смели нашу страну, все видели в черном свете. Немало дней миновало дней. Без того момента. Мне нужно кое-что починить. Давайте сразу я починю. А это тоже, да, чинится? Да, это тоже чинится. Ладно, наверное, пока с этим, да, буду мечом ходить. У него сразу урон побольше будет, начальный. Поэтому, да, давайте, наверное, буду держаться пока этого меча. Силана. Вы ранены? Похоже, ничего серьезного. Если вам нужны целебные настои, возможно, их у Мардера. У меня тут человек умирает. Что с ним? Юный Элдар умирает? Но почему? Что с ним? Что с ним? Понятия не имею. Рана ведь пустяковая, но жизнь не покидает его на глазах. Боюсь, что его поразил черное дыхание. Черное дыхание? Что это? Это некая... Черный всадник. Назгулов. Их жертвы теряют сознание, и если им не помочь, вскоре умирают. Я же так... Так, троих потеряла. Элран единственный, кто пока жив. Чем мы можем помочь? Но надежда еще есть. Что мы можем сделать? Ох, если бы я только знала. Извлечь стрелу, зашить рану. Все это я проделала сотни раз. На черном дыхании я не знаю, только из древних свитков, которые научили меня наставник. Каких стихов? Что же это за стихи? Быть может, в них найдется что-то? Это было так давно. Погоди, дай-ка я подумать. Кажется, они звучат так. Вечерным дыханием от тьмы укрытия нет. Отыщи тогда Ателас. Он спасет тебя от бед. Нет, дальше не помню. Что такое Ателас? А что такое за Ателас, о котором говорится в стихах? Растение. В народах известен как королевский лист. В медицине почти не используется, хотя некоторые считают, что он снимает головную боль и прочие мелкие недопомогания. У вас его нет? Что ж, тогда, думаю, не будет вреда, если мы используем его на Альдарна. У тебя есть это? Нет, нету. Вы уж извините, что я не догадалась и им запастись, но меня кое-кто не предупредил, что девятого кольценосца восстанут из древних легенд и явятся к нам. Если бы Ателас у меня был, я бы им, наверное, его и воспользовалась. Он может расти где-нибудь тут дичком, я готов его поискать. Быть может, вы его и найдете. Это растение рядом не из Средиземья. Его привезли наши предки из погибшего Нумерона. И сажала там, где селиста сама. Так, селились сами, в том числе на могильниках и севера отсюда. Я поищу его. Мне как раз предстоит идти на могильник. Если я найду там Аталас, то вернусь и привезу вам его, короче. Короче, вы поняли. Плюс у нас есть уже задание. Блять, гном. Еби. Так, это выход отсюда. Что тут? На самом деле я здесь... Я туда сразу бежал по заданию. По факту я даже сюда не ходил. Никогда. Чисто карту нажал и пошел куда надо. Могильники и все.
Да-да-да, в кусты, которые я не мог попасть. Я вижу домики хоббитов. Ну, видите, по локации, да, можно походить, посмотреть, но а смысл, если тут все равно ничего такого нету? Если, конечно, что-то найду, я возьму свои слова обратно. Но я сомневаюсь. И, в принципе, мы, ребят, на этом, наверное, закончим. В следующей серии мы отправимся в эти могильники. Поэтому, да, походу, это так. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.